Да, конечно, заболеет он. Всем привет, у нас сейчас вечер. Трудное дело, да, Даня? Тихо, не выёживаемся, не подкуриваемся. Едем с Дашей сейчас на почту. Шо? Отошлем посылку. Да, це я рассказываю, куда мы едем. Что? Ничего. Давай. Ну, не застебай, поки, може. Мам, я даже лучше в его мальчику. Конечно. А чё ж ты тогда без шапки? Блин, я не знаю, ребята. Вчера, короче, в Даше была температура 37,5. Только что перемерили температуру 37,5. Говорит, ну, першить горло, побаливает горло. Ну, эту температуру всегда гонит горло. Вернее, горло всегда дают температуру. В общем, не поняли. Угу. Он раз. Уже готовый. Ты какую курточку одеваешь? А? Какую курточку одеваешь? Вот это вот я предполагаю, что это пальто Кати. Но это 100%. У нас такого не было. Так что, Катюша, у тебя походу... То есть у тебя, у меня твое пальто висит. Да. Дан, ты. Оставим дома, будешь тут жить. Дань, идем. Дан, ты идем. Уедем от тебя. И... Одевай курточку. Даш, давай, давай, обувайся, он пойдет. Пошли, Дань. Давай. Ну, вот эти холодные. Так, что мне? Куртку. Давай, давай. Я под низом. Пойду. Нет. Вон, самую нижнюю вот ту. Да. Вот, вот эту. Да, вот всю. Чтобы закрывало хоть задницу. Треба еще перебрать эту одежду. Ну, все вишаешь, падає. Это так, она такая длинненькая. Давай, 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 мама. Бо видео у меня кодируется, понимаешь? Чи не понимаешь? Видео кодируется. И при том, что 91% уже выложить та поехать, конечно. Дудю. Ну вот, уже скодировала видео. Ой, блин, я туда нажала. Ты же спешишь, коли? Наверное, я сейчас поставлю, хай загружается. Хай загружается. А мы поедем. Приеду, потом уже выложу. Бо это тоже такой еще длинный процесс. Сейчас, Данька, едем. Ту-ру-ру-рум. Ту-ру-ру-рум. Так, добавить видео. Даня, перестань обтираться. Не любит одетый ходить. Все, Даша, я поставила на загрузку, можно цей. Можно ехать, все, хай загружается. Дашуль, ты закроешь умку? Мама, мы же еще лежали. Ну, Даша. У нас, мне кажется, эти курточки похожи. Застелили специально кресло. Бо если будет ехать собака, то надо, чтобы все время там было застелено. Бо по-другому не ехать. Будет все в шерсти. Залазь уже, давай. Ну, підсади, чи шо? Ну, чи шо, лень вилізти, чи шо? Убери ключі. Господи. Ісусі. Люди добрі. Стоп, поїм псом.
що, лінь вилізти вже було? А? Ох, ти ж пес, бальбес. Сю, поїдемо? Де? Поїдемо, прокатаюся. Лапою, лапою, щоб гладили, бо він же ж самий красивий, щоб гладили його. Та, блін, Даня, ну ти самий красивий, ну все. Може за руль сядеш, ні? Ні? Лапою, гляньте, гляньте. І ще так сильно тягне до себе лапою. Я в старій футболці, так що він мене вже заслюнькав. В магазин зайду, застебнуся. Заслюнькав маму, да? Ах, ти такий маминий. Маминий хлопець. Да? Ти маминий? Любіть мене, ну любіть мене, ну я самий красивий на світі. Ох, і Данька. Я там відео понаснімала чи щось. Ну що, поїхали? Так. Да. Сидить який. Дай, Даша твоя прийшла, любима. Уже пізновато їдемо. Ну, ну як-то так швидко темніє. Темніє так швидко. Ну, Даш, не знаю, зачем ему та шапка в этом у машине. У него уши мерзнут. А бы в тебе не мерзли, без шапки, блин, 37,5, Даша. Мы уже дома. И у Умки начался ритуал. Ой, у Умки, господи, у Умки. У Дани начался ритуал, гляньте. Это же он так не любит одежу. Гляньте. Данте! Глянь. Данька! Ну давай буду тебя раздевать, иди. Данте! Зайчик! Ух ты, зайчик! Ну ты так не любишь, бачите? Тертушка ты! Треся! Ты Даша... Явно не подобається одяг. Даня, я тебе зараз задушу. Угу. Іди сюди. Задушиш ти його. Да. Как там? Душили, 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 душили. Душили, душили, ти все задушили. Вийди. Де флюкол? Там. Де там? Весь там. Сьогодні на ніч таблетку, завтра з утра таблетку, в обід і вечір. Я от це, короче... Ну, когда вот такое начинается, покупаю флюкол. Видите, она чуть прокашливает, только чуть-чуть кашель, и у нее горло болит. И от горла идет температура. Скажи, пожалуйста. Очень удобно. Мам, ну сейчас вот это, этот, при тем, как вот это едем, он берет мне руку, близ, полезал. Так ты что, ну я же тогда раздеваю. Мы немного задержались, потому что заехали в парк. Даня еще раз. А ну ты отойди. Данечка погуляла трошки. Парк. Хорошо. Смотри, ты видела? А? Только же полезал в парк. О, господи, Даша. Что Даша так удивляется, потому что он ну, не облизывает руки, не облизывает... Там лицо и так далее. То есть нет у меня. Он мне только руки и ноги чуть-чуть облизывал. Ну, чаще ноги. Ну все, теперь все чешется, да, после одежи. Чешу. Что так? Иди, мамин. Линяй. Иди, мамин. Линяй. Иди, мамин. Смотри, прикол. А, какие мамин. Смотри, прикол. Диви, упал, гля. Да, не иди. Диви, лезить, винта, я тебе Даша. Иди, Даша. Данечка. Даня, так иди, что? Даша. Иди, Даша, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Придать.
предатель чи що? Предатель чи що? Та він до мами притулився. До Даші, йди. До мами. Йдеш до Даші? Даня. Угу. Даня. Та йди, кажи. Ой-ой-ой-ой-ой. А ти? Тебе не подхожу, не важно. Селюн малый. Не дыши на меня. Ничего на меня не делай, понял? Я тебя не знаю. Так, слухай, я думаю, что ты мелыш. Вот тебе. А ушки червоні дивіки. Набігався. Красиво, гально було. Не, подходи ко мне. Я тебя не знаю, не люблю, не знать не хочу. Да, надолго це таке. Да. Да. На неделю. Та ти шо? Угу. Ой. Пупсик, пішла я тобі їсти валіть. Їсти валіть і відео викладувати. Да. Мій такий пупсичок. Да. Я вот так это сделаю, у меня вот тут так болит. Кейт. Все, я пошла. Куда? Это я пошла. Вы уставайтесь. Куда этот? Всем привет. Всем доброе утро. Держи. Даша уже покушала. Попила теплого молока. И с булочкой. И с медом, да? И будем мерять температуру. Вчера у нас была, ну дай, ты же не сбивала за вчера градусник? Дай мне в руки. Вечером мерили. Так. Обидно. Блин. 37,4 вчерашняя температура. Да, Даня! Покажи, что там. Короче, 37,4. На, сбивай. Сейчас перемерим. Что у нас сегодня будет? А? Что оно будет сегодня? Скажи. Не знаешь? Ты сбила? Ты сбила? Да. Дай я гляну. Настав. Вчера на ночь выпила флюкулт. Я купила. Вчера я сделала флюкулт ей. Она запшикала горло. Ну, посмотрим, есть ли сегодня температура. Нормально поставила градусник? Может, сними эту кофту? Давай, я выключу камеру, сними кофту. Да, не, нормально. Нормально? Точно поставила? Бо ты жужмом поставила его. Нет. Все-таки заставила снять кофту. Мири. О, боже, не роби так глаза. Так стрімно виглядить. Угу, то що таке? Прийшов. Привіт, Біня. А ти куди? О, це да. Що там? Я не знаю, де він ходив. Капець, весь подоконник чорний. Достали ми вже градусник. 37,3. Давай. Ну, видите, на вечер. О, Даня, бо я так с тобою. Ничего не подивлюся. Да, 37,3. Покажу. Ну, на вечер она поднимается. 37,3. Ну, дает горло. Это, что тут скажешь? Наложи градусник. Что тут скажешь? Горло дает температуру. Машинка отжимаю, я одеяло стираю сегодня. Поставила в стирку одеяло. Это тоже сняла под одеяльник. Даша говорит, прохладно, прикроюсь. Потом в стирку пойдет. Сегодня у меня такой день стирки. Уборочку надо, сейчас пойду картошечку стушу. Да? Супчик. Жаркойка не хочешь, такая тушеная, легенькая картошечка. Или картошка. Ну, подивимося, щось придумаємо щось. Ну все, вдягайся.